Приветствую каждого зрителя на своем канале. Меня зовут Юлиана. 5 августа, ведьмин день. Обязательно положите в карман на защиту. В сегодняшнем видео вы все узнаете. Наступает один из самых тяжелых дней месяца, когда все идет не так, как было задумано. Энергетика неблагоприятных 19 лунных суток, управляющих этой субботой, предназначена для внутреннего очищения. Поэтому сегодня вы столкнетесь со всеми негативными сторонами своей жизни. Будьте осторожны, этот период нередко сопровождается попытками самообмана, вызванного подсознательным нежеланием признавать имеющиеся недостатки и бороться с ними. Найдите в себе силы совершенствоваться и становиться лучше, не поддаваясь иллюзиям. Негативное влияние 19 лунных суток усиливается энергетикой знака Овна, в котором сейчас находится наше ночное светило. В эту пору повышается раздражительность, поступки становятся необдуманными и опрометчивыми, из-за чего события идут не по задуманному сценарию. Сегодня крайне опасно нервничать, переоценивать свои возможности, принимать решения в торопях и пытаться ускорить текущие события. Напряженная атмосфера дня вызывает внутренние конфликты и напряжение, поэтому проявляйте осторожность, не поддаваясь на провокации этого опасного периода. Проявляйте свои лучшие черты. Сегодня вам предстоит проверка на стойкость, результат которой повлияет на ваше ближайшее будущее. Чтобы она прошла успешно, не позволяйте негативным эмоциям завладеть вашим сознанием. Энергия этого дня, символом которой является паук, словно затягивает паутину, заманивая в ловушку различными соблазнами. Люди становятся более впечатлительными, подверженными чужому влиянию. Не позволяйте себе стать жертвой иллюзий, приложите все усилия, чтобы избежать имеющихся искушений. Сегодня особенно сильно выражено влияние потустороннего, поэтому не упускайте ни одной детали, попавшей в поле вашего зрения. 19 лунные сутки судьба предоставляет каждому человеку возможность избежать большей части негатива, посылая необходимые для этого подсказки. Важная информация может содержаться и в снах, но не стоит придавать им слишком большое значение. Под влиянием энергии дня они нередко становятся кошмарными, смешивая реальное предупреждение с вашими страхами, поэтому не впадайте в крайности. Особую опасность предоставляют люди, находящиеся под воздействием алкоголя. Они наиболее сильно подвержены негативным энергиям дня, не могут контролировать собственные поступки и представляют опасность даже для себя. В эти сутки недопустимы действия корыстного характера. Умеренное милосердие поможет вам достичь желаемых результатов, избежать множества трудностей. Однако остерегайтесь излишнего альтруизма, так как ваша доверчивость и открытость может обернуться против вас. Не давайте необдуманных обещаний, поскольку их непременно придется выполнить. В противном случае вас будут ждать череда неприятностей. Луна советует, если вы вынуждены работать в этот день, будьте готовы к тому, что день пройдет впустую, так как он абсолютно не подходит для деловой активности. Попытки реализовать какие-либо планы будут натыкаться на множество препятствий, возникающих словно из ниоткуда. Поэтому откажитесь от старта новых проектов, принятия других ответственных решений. Перепроверяйте всю поступающую информацию и не соглашайтесь на сомнительные авантюры. В эти сутки повышается риск попасть под чужое влияние, начать действовать в угоду конкурентам или завистникам. Поэтому с осторожностью подходите к любым новым идеям. Проявляйте осмотрительность, если кто-то демонстрирует излишнюю навязчивость, настойчиво подталкивая вас к какому-либо решению. Поскольку любые перемены, даже позитивные 19 на сутки, ведут исключительно к разрушениям, следуйте привычному укладу, отложив все начинания на более благоприятное время. Какие-либо действия, связанные с финансами, сегодня также нежелательно. Особенно опасно совершать дорогостоящие покупки, вкладываться в инвестиции. Велик риск столкнуться с мошенничеством, поэтому поберегите свои накопления до лучших времен. Ресурсы вашего организма сегодня в норме, но не увлекайтесь нагрузками. Будьте осторожны при занятиях спортом. Сложная энергетика дня находит отражение и в отношениях между влюбленными. Даже если между вами царит гармония, вероятность конфликта из-за какой-либо мелочи как никогда велика. Если вы одиноки, исключите романтические знакомства. Пары, встретившиеся сегодня, редко бывают счастливыми, так как оказывают друг на друга излишне подавляющее влияние. Если это возможно, лучше всего провести день дома, ограничив общение с самыми близкими людьми. Откажитесь от каких-либо поездок, поскольку сегодня они принесут вам лишь разочарование. Посвятите время себе, займитесь самосовершенствованием, проведите сеанс медитации перед свечой или лампадой. Отдохните от привычной суеты, насладитесь уютом и спокойствием собственного дома.
Энергии дня наполнены магией, поэтому любые ритуалы убывающей луны принесут вам удачу. Однако наиболее результативными будут различные чистки, позволяющие вам избавиться от всей накопленной негативной энергии. Рекомендуется также окурить дом можжевельником или ладаном, после чего зажечь свечку, которая окончательно очистит пространство. Запираем безденежье. Ритуал проводится после заката, в полном одиночестве, поэтому на время уберите из помещения всех домашних животных. Далее нужно сделать следующее. Сядьте за стол. На столе сделайте круг из соли. В центр этого круга положите одну монету. По бокам поставьте две свечи. Зажгите их. Когда все будет готово, 12 раз скажите такие слова. Монету в соль запираю, от нищеты себя избавляю. Ты бедность мою отправляй, путь обратный ей преграждай. Тем ее запираю, закрываю, ей не вернуться, меня не коснуться. Вот нужно проговорить 12 раз. Далее соль вместе с монеткой нужно завернуть в любую ткань и унести подальше от дома. Свечи пусть прогорят полностью до конца. Чтобы набраться сил, если вас беспокоит сильная усталость, восстановить силы поможет обычная вода. Налейте ее в любую кружку или стакан, возьмите в руки и скажите: «Меня силой напитай, энергией, мощью заряжай, все мне по плечу, совсем справлюсь так, как хочу». Говорим 3 раза, далее выпиваем всю воду. Снимаем негатив. Чтобы избавиться от негативной энергии, приготовьте отвар из 3 трав – полынь, чертополох и зверобой – в равных пропорциях. Лучше всего поместить растение в тканевый мешочек, чтобы исключить попадание жидкости колючек. После процеживания налейте стакан. Далее, держа стакан в руках, скажите такие слова. «Силы воды и земли, вы все живое питаете, силой наполняете, от невзгод избавляете. Вы меня умойте, все горести и печали смойте, уроки и призоры уберите, слезы да пустые разговоры растворите. Все дурные слова прочь унесите, тело и душу мою очистите, мощью наполните». Вот нужно сказать 3 раза. Далее нужно притереть лицо и руки данным отваром. Потом можно умыться, а отвар вылить. Уже на утро вы почувствуете прилив сил. По народным приметам в этот день отмечают Трофим Бессонник. Рожденный 5 августа, упорный достижений поставленных целей. Обладает острым умом и трудолюбием, что позволяет им с достоинством преодолевать разные периоды жизни. В то же время жизнелюбие и легкое отношение к новым знакомствам открывает перед ними многие двери. Обычные именинники этого дня любят путешествовать, быть на виду и активно общаться с разными людьми, а их талисман – топаз. Поскольку дел у крестьян было немало, то и спать им было некогда. Ранним утром каждый член семьи отправлялся по своим делам. Мужчины и женщины шли в поле, а девушки и дети шли в лес и собирали ягоды малины и калины. Если пиры можно было есть даже с куста, то калину не ели в сыром виде вплоть до осени. В этот день также были строгие запреты этого дня. Так, например, нельзя было скупиться, жадничать и отказывать помощи, иначе могли в жизни быть финансовые проблемы. Также, чтобы себя защитить в этот промежуток времени, обязательно в карман положите что-то металлическое. Это может быть все, что угодно. Это может быть маленькая ложка, это может быть обыкновенный ключ, либо брелок. Обязательно в кармане должно лежать что-то железное. Таким образом, вы себя защитите от негатива в этот период. Также можно положить и под подушку. Таким образом, вы убережете себя от нечистой силы. По традиции перед сном обязательно проговариваем такие слова. «Я отпускаю все заботы и неприятности дня и позволяю своему разуму и телу отдохнуть». Вот говорим 1 раз, и вы посмотрите, как вы полностью отдохнете и будете чувствовать себя великолепно.